немцы решили взять город измором. По всем расчетам германского командования, Ленинград должен был быть стерт с лица земли. Но стойкость и мужество жителей не дали фашистам сломить город. 27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции «Январский гром» была окончательно ликвидирована блокада Ленинграда. Она продолжалась долгие 900 дней и ночей. Сегодня у нас присутствуют ученики гимназии номер 7 на видеолектории, посвященном как раз этому знаменательному событию. Я думаю, что они должны знать нашу историю, они должны знать цену хлеба, и для них это будет очень важным мероприятием. Горожанам не хватало продуктов, здания были разрушены, но ни на одну секунду не останавливалось производство на всех ключевых предприятиях. На видеолектории ребята узнали, как жители северной столицы стойко переносили все испытания во время блокады Ленинграда. О блокаде Ленинграда я знал немного, как раз до момента, когда нас привели сюда. На блокаде Ленинграда у меня был прадед, вот, к сожалению, я его не застал. Вот, знал то, что это были очень трудные времена, непростые, и было достаточно интересно вообще узнавать, что там происходило. В этих непростых, а порой даже нечеловеческих условиях люди помогали друг другу, нередко жертвуя собой. И спасла ленинградцев лишь вера в победу и взаимопомощь. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».